Здравствуйте, дамы и господа, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Dark Souls 2 на PlayStation 3. Напоминаю, что это наше второе прохождение, мы проходим его за магом. В прошлой серии мы убили босса-преследователя, убить его удалось лишь с помощью призыва фантомов, но тем не менее. Итак, я, кстати, еще хотел рассказать одну вещь. Я, оказывается, за все свое прошлое прохождение и начало этого прохождения абсолютно забыл, что я приобрел не просто Dark Souls 2, а Dark Souls 2 Black Armor Edition. Оказывается, он включает в себя ряд оружия, которое дается с самого начала твоему персонажу. Я в данный момент активировал этот промокод и получил это оружие на вот этого персонажа. Я не знаю, будет ли оно распространяться на остальных, но я хочу вам показать. На самом деле, там какое-то очко оружия. Вот это черный кинжал с черным камнем, длинный меч с желтым кварцем, топор в цепях, булава гомункула. Еще также есть посох грешника и парочка щитов. На самом деле, все ерунда ерундой. То есть, ну, может быть, разве что после прокачки это выглядело бы более прилично. То есть, допустим, такой вот так вот выглядит кинжал, хотя выглядит как меч. А урон на самом деле не особенно у него хорош. Требует еще характеристики, которые вряд ли будем поднимать. Так что я не думаю, что на самом деле нам это поможет. Единственное, что посох здесь есть довольно интересный, который мне бы, наверное, пригодился. Вот это посох грешника. Хотя по начальным статам он явно будет послабее моего, но у него идут зависимость от характеристик B и A. То есть, чем мы будем сильнее, тем посох будет тоже мощнее. Вот это очень потом пригодится, разве что. А пока что оставляем все как есть. Ну что, вводный курс закончили, побежали дальше. Так, здесь у нас... Там, кстати, у нас внизу должны, да, вон, лежать доспехи Дранглика. Это очень тяжелые доспехи, вообще не на наш класс. Я пока что даже брать их не хочу. Что я хочу здесь сделать? Я хочу еще смотаться на одну полулокацию. Так, что здесь у нас? Здесь у нас гнездо, которое позволит нам сейчас перенестись в одну из локаций раньше времени. Давайте сбросим эту заставочку. Она, в принципе, вообще-то ни к чему. Нас сейчас переместят, по-моему, называется Забытая крепость, что ли она. Ну, может быть, нет, ну, короче, какая-то крепость. Но дело не в этом. В эту локацию можно попасть двумя разными способами. Даже, наверное, тремя. Вот, в принципе, первый способ — это через птицу, которая вот нас в данный момент сюда сейчас кинет сразу к костру. Я не собираюсь сейчас проходить ту локацию, она на самом деле вообще мне не по уровню. Да, Забытая крепость, все правильно я помню. Вот, второй способ — это на корабле через пристань. Ну вот, ради эксперимента сейчас. Не знаю, смогу ли я отсюда начать стрелять. Тут такие вот чувырлы ходят. Не хочется вообще здесь умирать сейчас. Да, у тебя драка. Так. Видите, сколько у него жизни, поскольку я ему снимаю. Сопротивление у него на самом деле бешеное. То есть у меня придется их по-любому бить вручную. По 540 душ дают за каждого. Единственное, что здесь можно сделать сейчас в самом начале, это здесь есть пару плюшек. Сразу их взять. Так, этот вроде не должен меня никак коснуться. Да. Осколки титанита. Там он еще ящик с чем-то идет. Так, там у нас дверь закрыта, закрыта. Значит, здесь меня никто не тронет. Есть ли у меня косточка возвращения? Да, у меня их 6 штук. Я хочу взять вон тот сундук и портануться к ближайшему костру. Так. Надо, кстати, не забыть потратить наши души на
Старинный ключ. Кольцо с серебряным змеем. Смотрите, как здорово. Слава тупик. Так, на что нужен старинный ключ? Я вот, честно, вообще не помню. Очень старый. Только что он открывает, непонятно. Ну ладно. Так, кольцо, давайте поглядим. Колец сейчас у нас немного, сейчас, наверное, любое пригодится. Кольцо клинков, кстати, у нас есть. Получили с босса-преследователя. И павшие враги приносят больше душ. Вот это будет, я думаю, очень полезно нам. Так, давайте используем. Потому что там, если мы сейчас откроем дверь, мы отгребем. Потому что, как вы видели, тут и без того нам все враги не по уровню. Я, к всему прочему, походу прощелкал пару новых заклинаний на прошлой локации. Я сейчас хочу спуститься и зачистить одну небольшую локацию в надежде, что там будет какие-нибудь заклинашки. И дальше у нас идет локация, это похоже на Норлонда, я не все время забываю, как она называется. Там у нас такие вот стражники великана. Так, ну что, сейчас отправляемся в Маджолу, тратим наши души. Очень хочется уже прям найти какие-нибудь клевые мощные заклинашки, прям. Особенно обменивать их на души боссов. Я, к сожалению, не знаю, как в данный момент мне лучше поступить, точнее, потом, в будущем, потому что будет определенный выбор между локациями, либо локация, либо заклинание. Но это все будет не скоро еще. Сейчас девушка поднимется. Да, привет. Новый уровень. Так, давайте сейчас поднимем немножко веру, одну интеллекта. Силу, ловкость повышать, я думаю, не стоит. Нам этого хватает сейчас. Поднять немножко жизни. Так, вот так. Чтобы чуть-чуть более поживее быть. Да. Угу. Есть ли у нас на съедение какие-нибудь души? Давайте посмотрим. Да, собственно говоря, ничего и нету. Ну и ладно. Мне, собственно, не особенно и хотелось. Так. У нас теперь... Давайте теперь отправимся, куда задумывали. Кстати, вон у нас появилась здесь торговка там. Давайте с ней поболтаем, что он нам еще скажет, покажет. Так, что ты продаешь у нас еще? Всякую ерунду, заклинание. Стрела души продает за 1500. И лечение, которое требует, кстати, 12 веры. Вот лечение, наверное, тоже бы как-нибудь пригодилось. Давайте, наверное, купим стрелу души еще, но с лечением пока подождем. Заодно опробуем, как это у нас вообще происходит. Потому что сейчас... Так, составить заклинание. Да, у нас есть еще второй слот. Кстати, надо будет, наверное, добавить его. Так, и вот здесь... я вообще забыл сюда подняться. Здесь можно вступить в ковенант, и там дойдут какое-то простенькое колечко. Давай, все поболтаем с ним до конца. Если с ним до конца договорить, будет какой-то, не поймешь, какой-то ковенант. Ну, по крайней мере, я не помню, какой. Эти разговоры сейчас пропустим, потому что... Ой, ё-моё, мы уже отказался от ковенанта. Вот, я молодец. Вступить в ковенант, да. Вот, мы получили синий перстень. Что нам, собственно говоря, и требовалось. И вот у нас теперь даже 4 кольца. Немножко увеличивать здоровье. Тоже плохо не будет. И у нас теперь, кстати, 60 стрел души. Так, отправляемся. Нам нужен лес павших гигантов в главную башню.
оружие, которое нам новое дали, возможно, имеет какое-либо место использования, но, наверное, на более поздних уровнях. Потому что никаких-то как таковых бонусов оно ничего не дает. Ну, чисто визуально. Я-то думал, что там будет что-то уникальное. Так что, если вы собираетесь покупать Black Armor Edition только ради этого оружия, не стоит. Но коробочка, по крайней мере, очень красивая. Так. Нам нужно... Собственно говоря, я хотел спуститься и полазить вот здесь. Там вот лежит много всяких плюшек. Да, я понял, что требуется впереди. Сейчас мы здесь потихоньку все пройдем. Внизу враг. Да я понял, что враг. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот почему я и захотел использовать щит. Походу маги не часто это делают. Походу улетел какой-то здесь. Был ништяк, но он улетел походу вниз. Ну да, ладно. Так, у меня самоцветы там что-нибудь остались. Да что-то осталось. Ну ладно, попозже мы будем юзать. Пока что здоровье само по себе восстанавливается вроде. Так, это мы вернемся на чуть более раннюю локацию. Так, давайте поднимем то, что там лежит. Теоретическая фигурка. Это лишним точно никогда не будет. Так, ты. Получил. Дальше внизу будет тоже целая толпа вот этих вот уродов, скажем так. Так. У, как там все горит и полыхает. Ну, тут как раз нам сейчас пригодятся наши заклинания. Стрел душ у нас много. Сейчас мы потихонечку их всех расстреляем. Здесь, кстати, еще можно получить первый очень хороший меч, для в основном для ближников. Это огненный меч. Так, ты. Ой, как вас много. Ай-яй-яй. Не-не-не-не. Давайте одну аптечку используем. Все-таки здесь боссов нет. Поэтому я думаю, мы как-нибудь сами по себе справимся здесь. Эти враги очень слабые. Они элементарно даже не прикрываются нормально щитом. Ну, даже не пытаются, по-моему. Так, здесь у нас тоже что-то лежит. Шлем полусолдата. Довольно бесполезный. У нас тут окаменевшие личности. Там у нас ловушка. Нужно быть очень аккуратным. Так. Сверху вроде бы никого. О, здесь можно было подняться. Он, кстати, тут ништяк, который улетел. Обидно, что нельзя подобрать. Самоцвет жизни, 3 штуки. Это всегда пригодится. Так, что тут? Здесь реально надо быть аккуратным. Тут все горит, полыхает. К всему прочему, тут сейчас не возьмись откуда должны прибежать. Да, вот эти вот. Я в прошлый раз чуть не сдох на самом деле. Когда со спины вот так вот неожиданно приходят. Так. Вон там те огненные саламандры. Вы не представляете, какие они тяжелые. Это уже к концу игры можно будет с ними действительно нормально драться. Душа гордого рыцаря. Че, возьмем огненный меч? Угу.
открываем. Конечно, вряд ли носить его будем, но для коллекции. Длинный меч огненный. Давайте отсюда срулим, сейчас она там пропуляет своим. Ой, выручили. Все, валим, 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 валим. Ну вот, собственно говоря, и все, что мы хотели здесь зачистить. Давайте я вам покажу этот меч. Кстати, требует 10 сил и довольно мощный. У меня сколько сил по статусу? 7. Ну, может быть, когда-нибудь подниму еще 3 силы. Посмотрим. Хотя это вообще не критично. Ух, слева там пылающий ад. Туда тоже попадете уже ближе к концу игры. Так. У нас только один способ сейчас пройти. Это здесь. Так, получи на баранке. Оп. Что-то я. Меч пока что у нас наносит сравнительно много урона. Потом, чтобы он был адекватен, нам надо повышать силу и ловкость. Так что я этого делать не собираюсь. Так что только по первой он будет нам полезен. Так, ну, собственно говоря, все, что можно, по-моему, здесь уже отыскали. Хотя, по-моему, там еще было что-то доступно. Но я сейчас, наверное, уже не вспомню, что, как и куда. Ладно, пошли отсюда. Так, ну что, следующее, куда нам нужно идти, это вот как раз та огненная башня Хейда. Я не знаю, как мы туда вообще пойдем. Точнее, как мы там пройдем, потому что там будет очень тяжело. Я уже пытался драться с этими рыцарями, которые там... У них очень большое сопротивление к магии идет. А убивают они, ну, буквально на раз-два. Так, кстати, по поводу щита. Что у нас тут к чему? Ну, кстати, у нас хватает даже характеристик, чтобы одеть лук. Это очень хорошо. Вот я стрел не купил. Вот это я, конечно, балбес. Ну да ладно. Ловкости не хватает на баклер. На это тоже ничего не хватает. Ну и ладно, будем справляться, значит, своими силами. Так, вот первый рыцарь. Давайте попробуем сейчас завалить его сначала мечом. Потому что циклинашки тут лучше не тратить. Ну, в принципе, можно. Главное кружиться вокруг него. И удар он не нанесет. Ну вот заклинанием так просто не попользуешься. Ну вот, теперь это стало более реально. Я рад. Так, пошли дальше. Так, ты. Тебя мне надо выманить сюда. Ну иди сюда. Ой. Лучше бы я просто блокировал. Давай, 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 иди сюда. Иди, 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 иди сюда, не обижу. Иди, не обижу. У этих рыцарей, в принципе, есть только один такой вот недостаток. Это очень противный, неожиданный четвертый удар. Меч я, кстати, еще не качал, да, в принципе, наверное, не собираюсь его качать. Так,
Нам нужно активировать сейчас этот рычаг. Это облегчит нам жизнь с боссом следующим. Поскольку магам и без того сейчас не так легко играть, вон, видите, поднимаются части арены, чтобы она была поболее. Вот нам нужно еще одну такую активировать. Сейчас будет довольно тяжелый момент. Здесь нужно быть очень-очень внимательным. Вот здесь вот нужен был как раз таки лук, которого у меня с собой нету. Точнее, лук-то есть, стрел нету. Подождите, точно стрел нету? А, нет, есть, 10 огненных стрел есть, смотри-ка. Не то, чтобы я сейчас хотел тратить именно огненные стрелы. Что нужно сделать? Эти, они нападут втроем. Нам нужно сначала вот этого вот одного супчика отсюда. Вот довольно тяжелый рыцарь, кстати говоря. Так. Так, иди сюда. Иди сюда. Будем выманивать тебя. Тоже сопротивление заклинанием большое. Ух. Грозно. Как только он умирает, те, что рядом с ним стоят, стражники, они тут же начинают реагировать. Он, видите, видите, он понеслась. Ох, от них сопротивление идет. Так, ну тут главное, конечно же, драться уже по одному. Да, так бесполезно. Ну давайте убежим, пока один из них начнет отступать. Это самая верная тактика. С двумя не даже не старайтесь драться. Вы убьете время и самого себя тоже. Ну, вы что такие настырные? Вы долго будете за мной? Один, кажется, начинает наконец-то возвращаться. Нет второго, то я сейчас неожиданно напрусь. Да вроде нет. Следите всегда внимательно за тем, что вокруг вас происходит. Точнее, части локации. Не улетите вниз. Бледный камень. Что такое, я вообще даже не помню. Бледный камень, где-то есть талисман, монета, знак тьмы. Кстати, у нас янтарная трава есть, что очень хорошо. Еще не знаю, какой-то бледный камень подобрали, где-то он что-то лежит, но это потом. Так, у нас остался здесь один неубитый. Так, ну что, иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Будем с тобой сейчас плясать. Довольно быстро ломается. В той части локации у нас... О, кстати, да. Активировать вторую. Чуть не забыл. Я не собираюсь сейчас с ним в хард-моде сражаться с тем боссом. Может быть, и награда была бы выше. Но... в той части локации у нас босс драконий... Драконоборец древний. То есть, ну, нам сейчас нужен не он. Так, что у нас тут? У нас очередной
Короче, вырвалось. Надеюсь, тут вроде можно, кстати, кого-то призвать. Я, кстати, в живом состоянии, да, живом. Тут где-то должен быть знак призыва. А, вон он, кстати говоря. Сейчас мы этого убьем. Тихо. Да тихо ты. Да что ж ты какой тут прям неправильный, а? Обойдешься. Ну, одним ударом попал. Аккуратно, аккуратно с ними, очень надо. Очень-очень. Угу. Ах ты ж козел. Так, давайте-ка подлечимся, сбегаем. Я сейчас не в настроении умереть, тем более уже до того момента, куда дошел. Мы тебя довольно безопасным способом сейчас убьем. Угу. Так, есть. Там вызывается пилигрим. Давайте сюда запрыгнем, там, наверное, какой-нибудь бонус. Он не упасть здесь. В первой половине игры мимиков нету, так что сундуки можно, в принципе, почти безопасно открывать. Бывают только ловушки еще. Так. Давайте вызовем пилигрима. Или не пилигрима, а гренкур. Пилигрим будет не здесь. Сейчас у нас будет древний всадник или драконоборец. Ну, кто-то из них. Древний всадник, по-моему, сейчас будет драконий. Пошли. Гленкур. Так, ну что, с богом, в принципе, у нас все, что нужно, у нас есть. Самоцветы, фляги. Пойдем. Вот тот самый драконий всадник. Подождем, пока сейчас Гленкур начнет нападать. Тихо. Ну-ка. Вот. И начинаем делать расстрел. Гленкур довольно хорошо его танкует, так что тут, в принципе, можно абсолютно безопасно его расстреливать. К сожалению, жизни у него не так много, Гленкура. Урон у нас небольшой. Я где-то прощелкал, скорее всего, какие-нибудь стрелы помощнее. Сопротивление заклинаниям у него очень хорошее. Он даже... Лечиться умеет Гленкур. Ну, по-моему, один его может убить. Спасибо тебе, Гленкур. Так. Получили очередное количество душ. В данный момент, запомните, в начале игры самое главное это чуть-чуть нормально раскачаться. Так, костер. Угу. И вот эта вот девушка, она нам очень-очень пригодится. My name is Liz. I have come to spread the art of miracles. I can see that you are well suited, but the cost of it. Так, у нее можно купить колокольчик. Это довольно хорошая нужная вещь для использования заклинаний. Кольцо молитвы, которое увеличивает веру, но очень дорого стоит. И большое количество заклинаний у нее идет. Только нужно веру повышать, чтобы ими пользоваться. Но все равно можно. Это у нас заклинания различного рода лечения. Восстановление.
постепенно восстанавливать здоровье. Вот это вот очень полезное заклинание. Сияние жизни. Великое чудо, доступное могучим клирикам. Медленно восстанавливает много здоровья. Утешительная молитва. Простейшее чудо для клириков. Очищает тело, удаляя все яды. Ну, да, в принципе, тоже полезно. Сила. Простейшее чудо. Создает ударную волну, лишающую врагов равновесия. Отбрасывает врагов назад, но не наносит им урон. Копье молнии. Вот это наверняка очень мощно, ну и требует, соответственно, возвращение и проводник. Собственно говоря, сейчас нам нужно полностью завершить с ней разговор, чтобы она у нас появилась в Маджуле. Она появится в довольно неожиданном месте, что откроет нам новые локации. Все, он сказал, что ей надо двигаться дальше. Да, уже все. Так, мы не будем тратить наши души сейчас. Точнее, мы не будем их терять. Извиняюсь, неправильно выразился. Сейчас по шурику смотаемся в Манжулу. Поднимем уровни. Попробуем добежать до древнего драконоборца. Я не знаю, сможем ли мы его убить или нет. Помощи там не вызвать. Он довольно противный по-своему. Есть у него, конечно, хелесовая пята. Опять же, ему надо кружить. Кружить надо его через, по-моему, правую или левую сторону. Через какую-то одну. И он становится уязвим. Так, давайте поговорим. Новый уровень. Так. Нужна вера. Так, нам нужно повышать. Да, вот эту учетность. Но увеличивает скорость применения заклинаний и количество ячеек, что немаловажно, между прочим. Ну, в принципе, наверное, все. Сколько разом? 3 поднимаем. Ну, давайте вот так и сделаем. Хотя вот веру я бы, наверное, поднял бы побольше. Ну ладно, это потом. Угу. Так. Ну что, давайте попробуем. Нам нужно... Да, в принципе, душу тратить не будем. Эти лечения покупать. Огненную башню Хейда еще раз по шурику спустимся. Темный град. Порча, который создал из старого заклинания ведьмак Джилли. Накрывает противника сферами тьмы. Ох, вот такие заклинашки я очень люблю. Катализатор посох. Такие заклинания не так легко найти. Семенное кольцо. Особое кольцо, которое может... Не успел прочитать. Да ладно. Видите, у нас этой девушки здесь нет. Все, она у нас теперь в Маджуле. Надо было, кстати, наверное, показать Диану, но это сделаем в следующей серии. Так, ты. Тебя надо убить. Ну, будем убивать, скорее всего, также с меча. Так не пойдет, иди сюда. Как он быстро разворачивается, да? Есть. Так. Сейчас нам предстоит снова убить тех трех. Этот раз мы стрел тратить не будем. Так, начнем, наверное, с тебя. Так, побежали все трое, что не есть хорошо. Ну, что-то они там застряли, походу.
Вот так вот безопасненько убили одного. Сейчас давайте вниз сюда спустимся, чтобы отстал хотя бы один. Ну, один уже вернулся, ну и тебя сейчас раскидаем. Как видите, они вообще ничто, в принципе, эти рыцари. Главное, грамотно просто обойти, и вы вообще ни одного удара не получите. Душ сыпется довольно много, это приятно. Все-таки хорошо, что мы забрали то самое колечко. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. За него получили. Здесь у нас двое. Осталось, кстати, всего две стрелы. Надо не забыть купить. Надо было хотя бы одну оставить. Ну да ладно. Нет, не будем на тебя тратить драгоценные заклинашки. Раз. Тихо, тихо. Ох, как ты рубанул-то, а? Бегом, 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 бегом. Я знаю, там сзади сейчас придет. Он уже здесь. Сейчас бы со спины мог рубануть меня. Ну, обойдется. У них поскольку доспехи, колющие удары их толком не берут. Я это еще убедился, когда первый раз проходил Dark Souls 2. И у меня была алебарда, которая могла как бить по колющим, так и рубящим. Треснувшее око. Вот, бесполезно, на самом деле, что все эти вещи сыпятся. Ну, на мой взгляд, я вообще этим не балуюсь, такими вещами. Так. Небесное благословение. Это еще одну хилку мы получили. Ну, не хилку, точнее, бутылку, чтобы вылечиться. Я, по-моему, за прошлое прохождение, по-моему, ни одну не использовал. Так, нам нужно теперь убить вот этого рыцаря. Давайте дойдем, дабы не свалиться. Угу. Старый поножи рыцаря. Сейчас у нас тут выйдет потянуть. Душ набирается очень быстро, видите, я буквально тут немного прошелся, у меня уже 5000 душ. Поэтому я тоже советую вам сначала сбегать за этим кольцом, а потом уже... А, тут у нас, кстати, очень полезное кольцо будет сейчас. Это кольцо ослепления, сколько я помню. Ну, кстати, там помощь можно тоже вызвать. Кольцо ослепления, да. Так, это кто? Да давай вызовем. Ты. Давай тебя вызовем. Раз пошла такая пьянка. Вот, кольцо ослепления. Что делает? Когда вы умираете, у вас начинает потихоньку понижаться самый порог здоровья. Здоровье с каждым разом будет становиться все меньше и меньше. Вплоть до 50%. Так вот, кольцо ослепления уменьшает этот порог,
То есть там всего лишь минус 10, по-моему, процентов становится. Но ниже опуститься не может. Что-то знак пропал. Ну так что, будет, не будет сегодня кто? Или мне до утра здесь с вами загорать? О, тот появился. Давайте по шильку попробуем его призвать. Призыв фантома. Ну. Если уж он, наверное, не призовется. О, нет, смотрите, призвался. Доспехи Дранглика у него. Один меч Дранглика. И другой какой-то. Давайте поприветствуем. О, и второй вышел. А это, походу, какой-то заклинатель. Ну, значит, мы будем просто махать заклинашками. Ну что, давай мы тебя поприветствуем сейчас. Ты тоже. Привет. Пошли. Все, он подгрузился? Да, подгрузился вроде бы. Ну, погнали, значит. Так. Ух, удары очень и очень мощные у него. Наша задача не умереть. Я помню, как вообще без единой аптечки убивал этого босса. Опять же, заклинания отнимать довольно мало. Но тут немножко прям поражает. Давайте дойдем на более или менее безопасное расстояние. Ух, вот так лучше отходить, когда он такое делает. Ну, кажется, это в меня. Давай порвем его. Ну вот, порвали еще одного. Старое кольцо со львом. Все, всем спасибо. Всем помощникам. Да, все. А, здесь у нас довольно полезные вещи. Железная маска рыцаря Хеида и башенный щит. Но это опять же все на тяжелого воина, не забывайте. Треснувшее синее око. А, здесь нам позволят в какой-то момент вступить в ковенант. Но только когда там, по-моему, кого-то из боссов убьем. Я не знаю, кого именно. Но у кого-то. Здесь у нас костер. И здесь, кстати, можно вступать в PvP, если что. Сколько разных подсказочек. Ну, собственно говоря, закончим на эту серию. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам нравится мое прохождение. Пишите мне какие-нибудь советы, комментарии. Это очень интересно. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Давайте. Всем спасибо. Всем пока.